я Лиза, и я BDSM-модель, и мы решили создать канал, там, где мы будем показывать все, что у нас происходит в жизни. Также тут будет очень часто моя жизнь, потому что я хочу показать, как начинается бизнес, как строится, что это на самом деле не так все и просто бывает, как бы хотелось. Я вам расскажу все моменты, с чем мы сталкиваемся, какие сложности, интересные истории расскажу. Очень много уже накопилось, очень хочется вам рассказать, показать. Хочу рассказать, что же я сегодня сделала. Было много работы, было очень много мозговой работы. А еще Десян меня вчера напряг заказать кучу туфель. Упала. Я сегодня сидела, заказывала туфли. Я не думала, что это так сложно, тем, что каждый раз они у меня спрашивают, а зачем вам, а что, а это, а может не надо все-таки? Я говорю, так вы хотите продавать туфли или вы не хотите продавать туфли? Что за бред? У нас, кстати, будет съемочка для Сучка Академи, там, где мы девочек обучаем всякими позами и так далее, как лучше стать, как повернуться в свое тело, показать камере и тому подобное. Вот, и мы сегодня хотим записать этот моментик. Я вам покажу, что делать, я не понимаю. Я как бы понимаю, но сложно всем показать и объяснить, что к чему да почему. Я им объясняю, а они не понимая. Сидить баба, дивиться, не бачи баба. Hello, guys, еще раз. Сегодня, я, как я уже сказала, мы пойдем сделаем нормальные фото. Нормальные. Нормальные. Для тех... Это not нормальные, это линжер, nudity. Он считает, что это ненормально, хотя я считаю, что это стиль, style. It's Instagram. Yes. Super holy. But this also normal for shoulder. Okay, I'll take some curtain to cover you. It's holy now? Now it's very holy, yes. No. Very holy can be everything holy. No, not like this. So, I'm holy. No, like this way. Oh, okay, yes. And I also need... Oh, this holy. Okay. Okay. Let's take this photo. I'll see this. They say this is a porocadia. No. Okay, next photo can be like this. What do you think, guys? Давайте. Все, следующая фотосессия будет в таком стиле. This is expensive sunglasses. You have everything expensive. Yeah, but these glasses are very expensive. Because it's... 4,000 hryvnia. Fuck. For the sunglasses. Я каждый раз, когда он мне называет цены за камеру, я такая, сколько? Я говорю, возьми, понеси. Я такая, 10 тысяч. Доллар? За все? Да не, сам неси свою фигню, не буду я это делать. Хотите увидеть, как проходят рабочие моменты? Он мне говорит, позируй, смотри в камеру. Он. В этот момент. Мы хотим пофоткаться возле вот этого вот человека. Вы сейчас офигеете. Надеюсь, будет хороший кадр. Yes, it's not fashion. Not fashion, it's normal. Oh, I like these. Yeah, yes. Like all the YouTubers do the same. Yeah. What? Что вы думаете, ребятки? По-моему, прикольно выглядит. Десян говорит, что здесь нету света. Как вы считаете, нету ли вот здесь света? Я считаю, что это бред сывой ковылы. Снимает, фоткает, все время фоткает. Он говорит, что тут нет света, хотя тут полно света, просто он белый и не яркий. И я думаю, что фото должны быть correct. Но он профессиональный фотограф, так что ничего не могу сказать. Посмотрим. Здесь
кадре. Дисян, this normal light? This is shadow. Shadow? Watch out. I see. Я чуть не впала с этой фигни. Я думала, я приду нормально, но у меня слишком скользкие кроссовки. You're gonna be white. Yeah. If you step out, you're gonna white. No, I'm dark. Fucking light. Where? Wow. Красиво как. Мы зашли посидеть, выпить кофе, чуть-чуть отдохнуть. Проблема вся в том, что солнце очень быстро уходит, очень быстро, прям со скоростью звука. Это проблема. Все тут переставляют камеру. Yes. What need another room? 85. Because indoor. Now we're indoor. Интересненько. Вы знали, что я вообще не знала. Я думала, существует одна лица, которая все фоткает. Но это не так. Когда я познакомилась с Сеном, я поняла, что каждая лица что-то значит, что-то делаешь. Какая-то удлиняет ноги, какая-то укорачивает, какая-то только для портретов, какая-то еще для чего-то. И каждую линзу надо покупать отдельно. Она не идет в комплектах с камерой. Я удаляю фото, которое мне не нравится, которое сделал Сен. Но он говорит, нормально, оставляй. Ненормально. Ну, смотрите, это реально очень крутые фото. И все девочки, которые придут к нам на такую фотосессию, вы тоже сможете сделать фотки и запостить их себе в Инстаграм. А еще мы сделаем вам еще такие секси фото. Мы закончили. Как вы видите, уже потемнело. Дитя довольный. У него есть хорошее фото. What do you think from this photosession? Normal photosession. Very normal. Very normal. It's no We're smile. We're not used to it. Yeah. Это не стиль Дисяна, он не привык работать, делать фото нормальными. Мы всегда делаем какой-нибудь пошлый контент, но сегодня мы сделали очень много нормальных фоток, и надеюсь, даже Инстаграм не подумает, что мы кого-то обижаем или опошляем. Я очень рада, что мы закончили наконец-то съемку. Я реально очень устала. Я знаю, что Дитен тоже безумно устал. Но съемка получилась очень хорошая. Есть много классных кадров. И мы разошлись по домам. Я иду на остановочку. Наконец-то домой. Приму душ и лягу спать. А Дитен пойдет редактировать фотки. Бедняжка, мне его очень жаль. Но надеюсь, это того стоит, и в наш Инстаграм не будет опять снова говориться, ой, ваш контент обижает людей, ваш контент может привести к суициду. Интересно, почему? Что за бред собачий? Ну да ладно, мы не расстраиваемся. Если заблокируют опять, мы сделаем новый аккаунт. Если произойдет что-то еще, мы выйдем из ситуации. Все будет окей.